когда-нибудь зимою или в осень плоды созреют, дождик будет лить, а смерть придет и нас с тобой не спросит, она начнет итоги подводить. Сегодня время, день благоприятный, чтоб подвести итог, не торопясь, Христовой кровью смыть пороков пятна, готовыми у ног Его. Смерть посещает и зимой, и летом, и осенью, и раннюю весной, и вечером, и час перед рассветом, призыв ее один, пора домой. Сегодня время, день благоприятный, чтоб подвести итог, не торопясь, Христовой кровью смыть пороков пятна, готовыми у ног Его. А время нашу